Аккордеон ему пока тяжеловат, но когда он садится перед зрителями, зал замирает. Пальцы Тимофея порхают по клавишам и выдают такие коленца, что мастера восклицают: «Юный виртуоз!». Ему всего 9 лет, из которых 4 года музыкант неразлучен с аккордеоном. Из Тульской области в Тамбов он приехал в качестве специального гостя. Перед камерой стесняется, но потом поясняет, чем ему так нравится этот инструмент. Ну, быстрым темпом, веселостью. То есть тебе нравятся такие задорные, веселые композиции? Зимний вечер с аккордеоном в этом году провели в 23-й раз. Каждый год на него собираются лучшие исполнители областного центра и всего региона. Мелодию виртуозов всегда привлекают полный зал ценителей музыки. Вечер посвящают основателю аккордеонной школы региона Льву Колчеву. Ректор вуза, музыкант с мировым именем, называет инструмент поистине уникальным. Для меня этот инструмент – это все. Не было бы этого инструмента, наверное, не было бы моей жизни. Потому что это уникальный инструмент. На мой взгляд, он один из лучших музыкальных инструментов. Арсению Букатину в этом году досталась честь открывать вечер. Дебютировал на сцене ТГМПИ он с композицией «Ехал казак за Дунаем». Признается, волновался, хотя ему уже доводилось выступать на международных конкурсах. Любит играть в семейном кругу и иногда для друзей. Некоторые сами просят поиграть. Просто интересно. Многие вообще не знают, как аккордеон звучит, поэтому просто поиграть для них уже интересно впервые. На сцене два десятка самых талантливых аккордеонистов области. Среди них есть и девушки. Каждое выступление зал провожает аплодисментами и букетами цветов. На нем с одинаковой частотой можно сыграть как на мировом концерте, так и в кругу семьи, причем практически любую композицию. От русской плясовой до рока и даже органной музыки. Аккордеон сочетается практически с любым инструментом, даже со скрипкой. Сегодня в зале мастера этого поистине народного инструмента во всем регионе. Как говорят организаторы, с годами количество влюбленных в этот инструмент растет. И кто знает, быть может, через несколько лет талантливая молодежь снова привьет моду на красивую живую музыку аккордеона, которая так близка сердцу русского человека. Дмитрий Шапкин, Михаил Мальцев, Тимофей Слатвицкий. Область новостей.